Коля такой красавчик. Как вы видите, я в шляпе. Мы уже пошли на мероприятие Dior. И моя новая находка, это вот это вот. Моя YouTube семья, добро пожаловать в очередной влог. Сегодня вторник, сейчас 2:30 дня, и я начинаю снимать влог только сейчас, потому что первая половина дня у меня пролетела просто мигом. Я помыла волосы, я накрасилась, я убиралась, я гладила, я поставила несколько стиральных машин, я убирала кухню, я почитала книгу, потом у меня стартовал новый конкурс в Инстаграме, чему я безумно рада, но, к сожалению, в нем могут участвовать только те, кто живут на территории Латвии, но все равно я очень-очень довольна, это всегда приятно, дарить кому-то приятно, тем более это по совместительству с очень большим магазином Drogas. Если вы не из Латвии, то в Drogas, в принципе, вы видели, я думаю, в моих влогах, в Drogas продается вся косметика, бытовая химия, и, в общем, да, у меня конкурс по совместительству с ними, к чему я очень-очень рада. И сейчас 2:30, мы с Маркусом собраны, потому что у меня сегодня несколько дел в Риге. Во-первых, мне нужно съездить в частный детский садик, куда будет ходить Маркус, и написать заявление, потому что, к сожалению, в государственный садик мы не попадаем. Но поскольку мне возвращаться на работу, у меня других вариантов нету, да и тем более я хочу, чтобы Маркус ходил в детский садик, чтобы он был со своими ровесниками. Мне нужно туда съездить и написать заявление, потом мне нужно съездить в центр Мерседеса и подписать несколько бумаг по поводу машины. Но я начинаю думать, что я успеваю одно из двух, потому что в 6 часов я встречаюсь с девчонками, потому что нам нужно сделать несколько снимков для одной рекламы, и мы встречаемся в 6, а сейчас уже 2:30. Я думаю, что сегодня я поеду в центр, Мерседес-центр, а завтра, поскольку я отправляюсь в Ригу, я тогда, потому что нам завтра к педиатру, я тогда по дороге домой заеду в детский садик и напишу заявление тогда. Так что да, сегодня и завтра такие достаточно интересные дни. Завтра вечером я иду на очень интересное мероприятие, и связанное с косметикой. Естественно, я беру вас с собой. Так что да, отправляемся в Ригу. Я сейчас занесу все вещи в машину, посажу Маркуса и поедем. Я отнесла все вещи в машину, и я хотела показать вам сегодняшний образ. Это черная бетловка с Апранги. Черные штаны с Москита, прошлогодние ботинки с Четрас Золос, такие бордовые, и моя новая находка, это вот эта вот жилетка с Апранги, мне очень нравится. И я сделала хвост и без сережек, потому что для фоток, которые мне нужно снять, это будет мешать. У меня должен быть хвостик, и сережки будут мешать, поэтому да, сегодня без сережек. И такой вот макияж. И поехали! Чао! Привет, красавчик! Привет, красавчик! Привет! Поехали? Поехали! Такой красавчик, не могу! Чики-чики-чик. Ой, какое солнце, кошмар. Так, вы меня видите? Я на самом деле хотела сделать кофе, но я уже опаздываю. Так что поехали. Да, я решила, что в садик я сегодня не поеду, поеду завтра, когда мне не надо спешить. Что поехали. Привет! Ну что, мы стоим у Мерседес-центра, и я жду мужа, потому что, оказывается, без мужа мы не можем сделать то, что нам нужно сделать. И да, конечно...
И, конечно, все планы сдвинулись, но ничего страшного. И вот как я развлекаю малыша, пока мы ждем папу. Удачно. Я сейчас уже приехала в ресторан, но кое-кто заснул, но девочки еще не приехали, так что пусть он поспит, а я пока отдохну и посижу в телефоне, он хотя бы пусть 20 минут поспит. И пойдем делать фотки и вкусно покушаем, как всегда, вы меня знаете. Привет, мои дорогие! Сегодня среда, сейчас 2:30 дня. Маркус только что встал и покушал. Но наше утро сегодня прошло в большой спешке, потому что у меня сегодня было такое утро. Я думала, что у меня еще уйма времени. И потом я поняла, что я опаздываю. Так что да, я не очень успела с вами поговорить. Мы отправились к педиатру с Маркусом. У него была прививка. Он выдержал ее как маленький львенок, молодец. Но я надеялась, что сегодня у нас последняя прививка, но нет, нам через 2 месяца на еще одну прививку. Но это будет последняя действительно прививка. И да, мы приехали домой. Маркус уснул в машине, и я его переложила в кровать. Он и спал. Я занималась кое-какими имейлами и рекламой. И теперь я чувствую себя немного уставшей. И сейчас Маркус покушал, я уберу его весь бардак. И потому что я разрешаю ему самому учиться кушать. И это я мою пол, по-моему, 5 раз в день. И потом мы с ним поиграемся, и тогда будем собираться к вечеру, потому что у нас сегодня классный вечер. Я отправляюсь вместе с Маркусом на вечер вместе с Диором. Я думаю, что все знают эту фирму. Я надеюсь, что мероприятие будет интересное и классное, потому что это платное мероприятие. И пойду я, свекровь, и пойдет Лаура и Ката. Меня туда пригласила свекровь. Я подумала, почему бы и нет. Но до этого мне нужно собрать чемоданы, потому что мы завтра отправляемся на мини-путешествие, я и Маркус, к маме, потому что, как вы знаете, мама уехала на месяц, и мы соскучились по ней, она соскучилась по нам, поэтому да, я не знаю, будет ли это в этом влоге или в следующем влоге, но я думаю, по названию видео вы это поймете.
Так что да. Ну а мы пойдем играться с Маркусом. Мы уже отправляемся в Ригу на вечер с Диором. Как вы видите, я в шляпе. Мне очень нравится, как у меня выглядит шляпа. Но, к сожалению, я не успела заснять весь образ, потому что приехал папа домой, и мы заговорились. И я даже не собрала вообще никаких вещей для завтрашнего путешествия, так что придется мне ночью это делать. И да, но мы приедем туда, и я 100% дам либо свекрови, либо Лауре, либо Кате камеры, чтобы они засняли мой образ. В принципе, я очень довольна, как я выгляжу. И да, так что направляемся в Ригу. И я надеюсь, что малыш поспит по дороге, но нам ехать достаточно долго, поэтому я думаю, он заснет. Сейчас я заезжаю, забираю свою кровь, и мы направляемся в торговый центр Спица, потому что все мероприятие там. Продолжение следует...